Здравствуйте, репортер 73 представляет информационный выпуск каждый день, вечер и утро. Реальность сама складывает картину дня. В студии Владимир Гаврилов. Смотрите сегодня в программе. Бюджетный пирог достанется почти всем. Оценка нынешнего бюджета очень высокая. Это бюджет, который очень серьезно прорабатывался. Это бюджет, который впервые дает нам вообще надежды на перспективу. Документ принят во втором чтении. Работы раздора на мостовой. Трудностей было много. У нас трудности были с жителями, так как кто-то разрешал, кто-то был против. Нас встречали кто-то с пирогами, кто-то с собаками, с ружьями. И машины нам колеса протыкали у КамАЗа. Мы меняли здесь ночью. В общем, было у нас все. Больше топить не должно. Историческая справедливость. В этот день мы ее сняли и посчитали нашим долгом исправить информационный стенд. Так как, ну, это получается, что мы не доработали эту, как бы сказать, эту работу мы не доделали. Крымов снова наш. Второе чтение регионального бюджета – главная новость дня. Доходы в нем превышают расходы. Основные параметры областной парламент утвердил еще на первом этапе 24 октября. Расходные статьи – вот основная тема для прений на очередном этапе слушаний. Бюджет социально ориентированный, уяснили практически все. Однако социальная сфера слишком обширна. Для серьезной и грамотной проработки документа необходимо вдумчиво оценить каждую его составляющую. До начала непосредственно обсуждений перед парламентариями с бюджетным посланием выступил губернатор Ульяновской области Сергей Морозов. Какие ориентиры наметил региональный глава? Куда и на что уйдут собранные в доходной части миллионы? Ответ в материале Павла Полового. Главное в обсуждаемом проекте – инвестиции существенной части средств в формирование человеческого капитала. Этот шаг предполагает экономический рост, развитие научно-технического потенциала и оздоровление населения. Поэтому средств на спорт, образование, здравоохранение, бизнес и IT не пожалели. Расходы на спорт, например, увеличились с 40 миллионов до 65. Это, безусловно, важно, потому что календарь спортивно-массовых мероприятий – это является основной движущей силой и основным движущим моментом развития отрасли как в муниципалитете, так и в регионе, так и в стране. Поэтому увеличение календарного плана позволит увеличить проведение спортивных мероприятий, позволит в большей степени осуществить выездов на соревнования всероссийского календарного плана. И я не побоюсь, наверное, сказать о том, что за участием в таких спортивных соревнованиях, как чемпионаты и первенства России, стоят судьбы спортсменов. Кроме судеб спортсменов, законотворцы озабочены судьбами будущих рабочих и прочих специалистов. О них в бюджете разговор особый. Я сегодня представляю среднее профессиональное образование. Действительно, мы за последние несколько лет, наверное, впервые получили эту сумму 60 миллионов, которая будет направлена на модернизацию профессиональных образовательных организаций. Эти деньги, как надеются депутаты, позволят училищам и колледжам улучшить материальную базу и кадровый потенциал. Видно, что региональный бюджет социально ориентирован. Удельный вес всех расходов на образование, здравоохранение, на финансовую помощь муниципальным образованиям, на социальные вопросы составляет примерно 72%. Оценка нынешнего бюджета очень высокая. Это бюджет, который очень серьезно прорабатывался. Это бюджет, который впервые дает нам вообще надежды на перспективы очень серьезные. Он дает нам перспективы. Это бюджет, который впервые составлен с профицитом. И, конечно же, это бюджет, который полностью основывается на наказе избирателей. Профицитность финансового документа достигнута не тем, что некоторые статьи расходов забыты, а тщательностью расчетов. Кроме существующих программ, появилась и скоро заработает еще одна. Причем заработает по-новому. 400 миллионов выделяется на программу комфортной городской среды. В связи с тем, что довольно долго не выделялось средств, то, конечно, этих средств, наверное, нельзя сказать, что достаточно, но это уже хороший задел, потому что в текущем 2017 году 156 дворов отремонтировали по программе создания комфортной городской среды. И это, конечно, очень здорово, потому что таких масштабных работ не было давно. Региональное финансирование программы увеличивается в два раза. Соответственно, и федеральное.
Рекорды этого года по выполненным работам, вне всякого сомнения, будут побиты. Участников стало больше. Например, теперь в нее включены ТОСы, а это значит, что будут благоустроены не только дворы, но и общественные территории, не оставленные семейное пространство. Денег никогда не бывает много, но то, что происходит на днях, то, что закладывается денег больше, вот в плане семейный капитал, ну, это нас удовлетворяет, потому что мы участвовали на предварительных слушаниях, и поэтому мы в курсе дела. Правительство области до принятия бюджета постаралось четко расставить приоритеты и учесть все возможные нюансы и подводные камни не только социальной политики. Правительство области достаточно жестко подошло к ответу на вопрос, куда и в каком объеме мы будем направлять ресурсы, используя дополнительный целый ряд критериев. Кроме исполнения всех социальных обязательств, а это одно из главных оснований, обеспечивались финансирование направлений и мероприятий, которые работают на повышение благосостояния и качества жизни жителей области, которые являются определяющими для ускорения экономического роста и изменения качества этого роста, то есть формируют новую экономику, и которые могут дать системный позитивный эффект для развития в целом нашего региона. В бюджете, пожалуй, чуть ли не впервые полностью учтены все социальные обязательства, прописаны модернизация и строительство не робкими линиями начинающего рисовальщика, а смелыми мазками опытного художника. Павел Половов, Александр Кудряшов, репортер 73. Точка или многоточие? Поселок Мостовая в этом году принял на себя всевозможные удары стихии. Не успела земля просохнуть после весеннего паводка, как летний ливень и последовавший за ним потоп расставили все по своим местам. Вместо участков – озера. В домах сухими остались разве что потолки. Исправить ситуацию несложно. Решение на поверхности. Придумывать велосипед никто никого не заставлял. Вот только всевозможные проблемы, начиная с не совсем добрососедских отношений, заканчивая принятием решения на уровне города, затормозили строительство в поселке такой необходимой водоотводной системы. К тому, что по весне поселок Мостовая попадает в подтопляемую зону, ульяновцы привыкли. Привыкли и местные жители. Но, как известно, любому терпению приходит конец. Вот и здесь, после того, как появились новые дома, а водоотводную канаву самовольно засыпали местные же жители, вода с участков не уходит ни весной, ни летом. Жалобы полетели во всевозможные инстанции, но только результата это не принесло. Прислали одни отписки. Говорили, что разберемся, но никаких ответов не было. Приезжали, посмотрят, пофотографируют и уезжают. Просто надежда была. Надежда просто была на нас самих, потому что сами покупали бензин и скачивали воду. Постоянно работающая помпа досаждала соседям, которые не гнушались идти самыми изощренными путями, препятствуя проведению авральных работ. Хотя компромисс был найден, и новую систему водоотвода провели не напрямую, а в обход жилых домов. Трудностей было много, у нас трудности были с жителями, так как кто-то разрешал, кто-то был против. Нас встречали кто-то с пирогами, кто-то с собаками, с ружьями. И машины нам колеса протыкали у КамАЗа, мы меняли здесь ночью. В общем, было у нас все, да. Вот, работы вели, скажем так, в боевой готовности. Вот. Кто-то из жителей благодарил, просил помочь, кто-то, наоборот, нас выгонял, говорил, что ему этого не нужно. Но, как правило, те жители, которые незаконно построили свои строения, которые подняли свои участки, соответственно, у них не было подтопления. Топят те дома, которые находятся ниже, которые узаконены. Так мы не привезем что-нибудь, вы выходите дом, с вилами. Подними дом на метр. Все соседи говорят, кто что не привезет, выходите с вилами и угрожаете. Почему? Кого угрожаете? Кузнецовы говорили, что они привезли стройматериалы, вышли с вилами. Зачем вы здесь валите? Я здесь мы песок привезли. Они потому что дорогу подняли. Может быть, нервы, а может быть, накипело. Жители поселка Мостовая продолжают выяснять отношения, несмотря на то, что наконец-то их просьбы были услышаны. Несколько лет жизни по колено в воде закончились. Огороды и садовые участки возвращаются к своему первоначальному виду. Ульяновской Венеции пришел конец. Только закончили прочистку основной канавы, закончили прочистку на улице Российской, мы сразу приступили сюда. И вот ровно за две недели, то есть это с ноября месяца, днем и ночью, велись работы, чтобы не было больше подтопления жителей. Сейчас здесь осушается болото, вода из которого по свежепроложенным трубам уходит в водоотводные канавы, а дальше по ним в Свиягу.
Общая протяженность сооружений 1,5 километра, из которых более 300 метров проложено закрытым способом. А это значит, что в поселке наконец-то можно будет заняться благоустройством, ремонтировать дороги и организовать детскую площадку. Жители уже строят планы на следующее лето. Что посадят на участках, как начнут восстанавливать и ремонтировать дома, подвалы, гаражи и сараи. Перинатальный центр, оснащенный по последним требованиям, должен стать уникальным здравоохранительным комплексом, который необходим Ульяновской области. Аналогичных объектов в России планируется построить 32, но уровень готовности на данный момент у них разный. Ульяновский перинатальный центр был достроен уже в сентябре. Теперь решаются вопросы о закупке современного высокотехнологичного оборудования. Ведутся косметические и благоустроительные работы. Открытие перинатального центра ульяновцы ждут с 2013 года. В 2015 началось строительство, которое продолжалось 24 месяца. Неоднократно и губернатор, и члены правительства, и врачи подчеркивали, насколько важен этот проект для региона. Скорейшему его запуску помогла поддержка в рамках Года добрых дел. Недавно мы встречались с главврачом областной детской больницы с Анной Михайловной Лебедько и обсуждали, что в новый перинатальный центр необходимо современное телекоммуникационное оборудование. Мы вышли с инициативой к нашим меценатам и, к счастью, откликнулись. Та аппаратура, на которую в 2013 году составили смету, за 4 года морально устарела. Высвободившиеся средства перенаправят на внедрение технологий катамнеза, позволяющей следить за здоровьем детей до 3 лет по всему региону. Мир меняется очень быстро, да, и необходимо именно то оборудование, которое удаленно позволяет делать правильные решения, да, правильные операции. Оперативность в сфере здравоохранения играет одну из ведущих ролей, а технический прорыв необходим не только строящимся, но и уже функционирующим медучреждениям. На ремонт лор-отделения детской областной больницы направят около 8,5 миллионов рублей. По инициативе губернатора Морозова Сергея Ивановича в этом отделении у нас будет проведен ремонт. И в бюджете уже заложено средства на 2018 год для того, чтобы ремонт проводился качественно и так, чтобы детям было комфортно. Дизайн-проект уже разработан. Будут отремонтированы палаты, буфет, процедурная и игровая. По словам главного врача, очень важно, чтобы маленькие пациенты не боялись идти к доктору, а пребывание в больнице не было скучным и совершенно безрадостным. Здоровый работник – успешное производство. Большую часть активного времени многие из нас проводят на работе. Корпоративная культура здоровья может значительно повлиять на формирование личной культуры здоровья работника. С учетом этого, летом текущего года в Ульяновской области запустили здоровьесберегающий проект «Здоровое предприятие». О его целях и задачах, и самое главное – успешной реализации, расскажем на примере поликлиники номер 6 города Ульяновска. Проблемы со здоровьем на 20% снижают эффективность работника, твердит неумолимый. Малимая статистика. И поэтому работодатель в первую очередь заинтересован в укреплении и сохранении здоровья своих подчиненных. В Ульяновской области в помощь им направили медицинские учреждения. Совместно с работодателем необходимо проводить контроль за своевременностью, полнотой, качеством проведения медицинских осмотров. Необходимо предоставлять медицинскую, трудовую, социальную реабилитацию. В связи с чем с августа мы начали эту работу. На первом этапе мы уже охватили 18 предприятий. На предприятиях проводится анализ временной нетрудоспособности работников. Выявляются заболевания, требующие регулярного врачебного наблюдения. Проводится диспансеризация и вакцинация. И, конечно, активная профилактическая работа. В выездных школах здоровья работников предприятий обучают контролировать артериальное давление, следить за уровнем холестерина, сахара крови и массой тела. За 9 месяцев 2017 года более 2000 посмотрели уже профуредников, более 1000 посмотрели лиц декретированного контингента. Мы вовлекаем их в заинтересованность в своем здоровье, в прохождение периодических медосмотров, в прохождение дополнительной диспансеризации. Специалисты поликлиники номер 6 у обследованного населения, а это более 9 тысяч человек, выявили почти 11 тысяч факторов риска. То есть у одного пациента со временем могут возникнуть 2 хронических заболевания, связанных с нарушением работы сердечно-сосудистой системы. Каждому второму посетителю медучреждения необходимо наблюдение врача, модификация образа жизни и нивелирование факторов риска для здоровья. У нас 54 койки, 25 из них ОМС-ных лечится, терапевтические.
терапевтические, кардиологические пациенты. Курс лечения составляет 10 дней. Приходят в основном пенсионеры и работающие жители. Кто-то с Авиастара приходит лечиться. В основном получают медикаментозное лечение, это уколы системы, внутримышечные, внутривенные инъекции. ЛФК у нас есть, ну и физиолечение по показаниям. В физиотерапевтическом отделении поликлиники функционирует бассейн, обычная инфракрасная сауна и гидромассаж. Мы проводим лечение заболеваний сердечно-сосудистой системы, заболеваний костно-суставной системы, таких как остеохондроз, грыжа диска позвоночника, плоскостопие, значит, заболевания желудочно-кишечного тракта, гинекологические заболевания. И очень хорошо наши методы лечения применяются при иммунодефицитных состояниях, а также при синдроме хронической усталости. Поэтому мы предлагаем наши программы реабилитации сочетания аппаратной физиотерапии и бальнеотерапии. Организации в рамках программы «Здоровое предприятие», сотрудничающие с поликлиникой, получают возможность приобрести корпоративный абонемент в спортивный зал. Рассказывать о выдающихся деятелях прошлого – дело благородное и даже благодарное. Чьи-то имена и дела за давностью лет могут не дойти до новых поколений, оставшись, тем не менее, в городской топонимике. Случаются казусы. Взглянув на карту города, не каждый быстро и верно ответит, в честь кого названы улицы. На минувшей неделе репортер 73 разбирался, по чьей неосторожности ульяновцам представили неверную информацию. На улице Крымова появилась информационная табличка, которая рассказывала о генерале Александре Крымове, который ни к улице, ни к нашему городу не имел никакого отношения. Организация, взявшая инициативу познакомить земляков с людьми, имена которых носят родные улицы, признала оплошность и поспешила исправить ситуацию. В социальных сетях неравнодушная жительница Ульяновска Мария Кузнецова разместила фотографию мемориальной таблички с улицы Крымова. По словам Марии Николаевны, достоверность таблички вызвала сомнение, которое подтвердилось. На остановке повесили стенд, рассказывающий о другом человеке. Неискушенный человек, возможно, не обратил бы внимания, что табличка на остановке посвящена памяти другого человека. Однако местные жители помнят, что на этом самом месте раньше располагался мемориальный стенд, посвященный памяти Михаила Дмитриевича Крымова, красного комиссара. После того, как о промашке стало известно, организация, занимавшаяся размещением таких табличек, незамедлительно исправила оплошность. В этот же день мы ее сняли и посчитали нашим долгом исправить информационный стенд, так как это получается, что мы не доработали эту, эту работу мы не доделали. Сейчас, то есть в дальнейшем, если мы будем дальше развивать эту работу, будем более тщательнее, более внимательнее подходить к этой информации о каждом герое нашего региона. Аналогичные таблички есть Новорекиса, Гая, Льва Толстого, Шевченко, Пушкарева. По задумке они должны привлекать внимание горожан кратким рассказам о выдающихся людях. Я считаю, что это очень хорошее дело. Если будут вот такие стенды, и хочешь не хочешь, стоя на остановке, обязательно прочитаем. Даже если я не знал что-то, но я теперь знаю, что а из молодежи тем более. Памятные таблички и другие мемориальные знаки, к сожалению, не вечны. Время от времени их нужно заменять на более новые аналоги. В случае с Крымовым инициативу на себя взяла общественная организация НКО, понадеявшаяся на добросовестность исполнителей заказа. А вот с работой над ошибками общественникам помог уже архив новейшей истории. Я его выслушал, сказал, что посмотрим, каким образом, что и когда, где найти. На следующий день сам посмотрел все эти документы, нашел его фотографии, нашел его историческую справку по нему, биографию краткую, отпечатал ему все это, подготовил. И он приехал, я ему все это вручил, говорю, изучайте, смотрите, делайте поправку, ту, которая так и должна быть. Как бы то ни было, но сейчас на остановке улицы Крымова размещен правильный стенд. Ответственность же за неосторожное обращение с историческими фактами вскрылась благодаря тому, что табличка действительно привлекла внимание. Лаковая роспись – декоративно-прикладное искусство, пришедшее из глубины веков. На слуху, конечно же, Федоскина и Палех. Искушенные назовут мастеру и халуй. Зародилось мастерство лаковой росписи в странах Востока. В Россию же пришло в XVIII веке, получило признание и распространение.
Китайский кабинет Петерговского дворца Монплезир Петр I, ценитель всего европейского, заказал оформить именно лаковыми панно. До сих пор промысел привлекает внимание. Лаковая роспись покрывает шкатулки, украшения, фигурки и иконы. Самый простой материал превращается в произведение искусства и сверкает как драгоценность. Увидеть своими глазами покрытые лаком изделия из Китая и Японии советского периода и конца прошлого века могут и ульяновцы. Выставка лаковых миниатюр открылась в минувшую пятницу в музее пожарной охраны Симбирска-Ульяновска. На прошлой неделе в музее пожарной охраны Симбирска-Ульяновска открылась выставка «Сияние лака». Вниманию гостей представлены шкатулки, картины, книги, подносы и другие экспонаты, выполненные в жанре лаковой миниатюры. Но так совпало, что вот именно в ноябре, когда немного не хватает солнца, да, родилось интуитивно, родилась выставка, которая дает тепло, которая дает добро. «Сияние лака» продолжает проект, прошедший через огонь. Цель выставки, по словам организаторов, показать огонь созидающий. Предметы из фондов музея-заповедника «Родина Ленина», из частных коллекций, наглядные примеры творчества мастеров Китая, Японии, России, разных веков и стилей. Каждый экспонат имеет свою историю. Не всегда были добросовестные продавцы. Были случаи, когда в высшие сорта того же китайского чая добавляли обычную траву, тот же иван-чай, который был собран на российских лугах, что, естественно, давало им дополнительную прибыль. Вот чтобы не было таких недобросовестных продавцов, на исходе уже 19 века был издан императорский указ, согласно которому продавать чай можно только было уже в упаковке. Холстом для мастера лаковой росписи может стать металл, кожа, папье-маше и традиционно дерево. Сегодня художники продолжают искать новые рецепты лака, но все же проверенный временем лидирует уверенно. Мы хотели показать, что есть предметы, которые от обычных, простых, пройдя через многие этапы, через умелые руки мастеров, через обязательный обжиг и определенную температуру при определенном времени, проведшие в печах, они становятся предметом восхищения, предметом коллекционирования и даже предметом экспонирования. Участники открытия посмотрели на процесс изготовления деревянных лаковых изделий и попробовали себя в качестве начинающих художников. Те же, кто пропустил старт «Сияния лака», еще успеют все увидеть. Выставка будет работать до конца марта. Вера Мещерякова, Юрий Тимонин, репортер 73. Большие гастроли – федеральная программа, благодаря которой зрители России могут увидеть лучшие постановки театров со всей страны. Как спектакли, уже завоевавшие признание, так и премьеры. В «Больших гастролях» 2017, начавшихся в апреле и завершающихся в декабре этого года, участвуют ведущие драматические и музыкальные коллективы, а также театры кукол из Москвы и Санкт-Петербурга и Ярославля. География программы простирается от Калининграда до Петропавловска-Камчатского. Актеры Ульяновского драматического от отправились в Санкт-Петербург, а их коллеги из театра на Литейном у нас представляют 4 спектакля, отвечающих интересам самой разной театральной публики. Театр на Литейном впервые участвует в проекте «Большие гастроли». И для начала своего тура Ульяновск был выбран не случайно. Главный режиссер питерского коллектива еще недавно работал у нас и выразил надежду, что нынешний старт станет добрым началом «Больших гастролей». Во-первых, ну вот я сказал, замечательный зритель. Во-вторых, я абсолютно, еще даже не видя афишу, говорил своим помощникам о том, что спектакли, которые приедут, будут хорошими, потому что на самом деле я очень люблю, несмотря на то, что уже вот 2 года я как не связан тесно с Ульяновским театром, но тем не менее мы на контакте. Для «Больших гастролей» театр на Литейном выбрал 4 самых популярных спектакля. Это «Семейный портрет» по пьесе Максима Горького, «Отцы и сыновья» по Брайану Фрилу и Ивану Тургеневу в постановке Сергея Морозова, комедия «Примадонны», а также легкий веселый мюзикл «Барышня-крестьянка» по повести Пушкина, который является визитной карточкой театра. Здесь вот эта вот атмосфера, и когда ты работаешь действительно, как говорится, веером, и для всех, чтобы достучаться и долетело туда, это чудесно. Правда, очень хорошая публика. Актеры из северной столицы, мягко говоря, не ожидали такого горячего приема и столь искушенной театральной публики. В Санкт-Петербурге артистам приходится играть в небольшом камерном зрительном зале.
А в Ульяновском драматическом масштабы все-таки побольше. Но гости какого-либо дискомфорта не испытали. Скорее наоборот. Вроде бы большой, и в то же время он как родной. Он тебя так вот обволакивает. И ощущение, как будто... Вот вы как сейчас перед нами сидите. Вот, вот ощущение, весь зритель, вот он. Вот он прямо вот сидит, смотрит. И это какую-то энергию дает. И я понял, мы давно... Вот я не помню, чтобы мы давно именно в таких залах работали. Вот, вот с такой акустикой, вот с этими балконами, чтобы он так тебя вот обволакивал всего, как будто ты в нем внутри находишься. Мне кажется, вот это дало потрясающий эффект. Еще два вечера актеры театра на Литейном будут дарить свои таланты ульяновцам, которые в полной мере смогут оценить игру артистов одного из старейших российских театров. Читайте в новом выпуске «Аргументов и фактов» в Ульяновске. Главное, почему и для кого выросли тарифы на жилищные услуги? Принято соответствующее постановление администрации областного центра. Горячая тема – о попытке скрыть вспышку кишечной инфекции в детском саду. Почему административного наказания боятся больше, чем реального несчастья, и готовы даже рисковать жизнями детей? Подробности. Чем обновили вокзал Ульяновск-Центральный? Каким он стал и каким будет в недалеком будущем? А также, на чем и в каких направлениях мы будем летать и ездить в ближайшее время? Гость номер. Какие врачи лечат ульяновцев? Почему у нас за 70 лет было 4 попытки открыть мединститут? Чем терапевт отличается от хирурга? Разговор с директором мединститута профессором Медленко. Открытая трибуна. Что мы можем сказать о соцподдержке? Фотофакты и культурные ляпы. Улица Мартынова, где же она была? Я не понимаю, почему мою маму-инвалида выбросили из 2 госпрограмм. Одна закончилась, а вторая не подходит. Можно ли восстановить куда-то? Чей юбилей отмечают краеведы? Минаева отца или сына? И почему возникла такая казуистика? Почему Олег Поверинов заказал Аифу телевизор? И сколько раз он уже выигрывал в конкурсе подписчиков «Аргументов и фактов»? Оправдали ли его призы стоимость подписки? И почему он начинает читать аргументы с региональной вкладки? Ваше здоровье. Как живут наши женщины, на которых ложится забота о детях, семье, доме и еще работа? Рассказ в цифрах и фактах. Традиционно на страницах «Аргументов и фактов» ищите программу передач телеканала «Репортер 73». Всероссийская ярмарка всего 5 дней в Ульяновске. С 22 по 26 ноября осенние дни ульяновцев украсит щедрый ассортимент и теплота приема одной из лучших ярмарок страны. В павильоне у гипермаркета «Мегастрой» на московском шоссе 90А каждый сможет приобрести деликатесы на любой вкус. Рыбу ценных сортов из Якутии и с Дальнего Востока, оригинальные колбасы и мясные рулеты, восточные сладости и специи, чай, мед, спасик России. Здесь же можно утеплиться к зиме, найти красивые и полезные товары для дома. Вкус и аромат и колорит всей страны для вас на ярмарке. А также впервые розыгрыш бытовой техники и подарков от Всероссийской ярмарки. Обратившись в ульяновский филиал паспортно-визового сервиса МВД России по адресу улица Орлова, дом 27А, корпус 1, вы получите реальную возможность оформить документы на паспорт гражданина Российской Федерации за один день, заграничный паспорт гражданина Российской Федерации сроком действия 5 лет за 2 недели и меньше, заграничный паспорт гражданина Российской Федерации на 10 лет в максимально короткие сроки, а также второй заграничный паспорт гражданина Российской Федерации. Дополнительная информация по телефону 8 84 22 58 46 39. И в завершении важная информация от репортера 73. Запомните телефон рекламного отдела 30 41 73. Здесь есть все, от рекламных роликов, сюжетов до объявлений бегущей строки. Звоните 30 41 73 и вы в эфире. Это все на сегодня. Делайте новости вместе с нами. Звоните 30 40 73. Читайте и смотрите. www.reporter73.tv. Реальность сама складывает картину дня.